Пятка. Она смотрит туда, в окно. Она должна смотреть вот сюда, на твою правую пятку хотя бы. Я понимаю, что вам трудно, но что делать, если это должно быть? Как еще это вырабатывать? Только так, часами делать батман тандю. Что, совсем нет позиции, совсем нет позиции никаких. Пожалуйста, житая тоже как у станка. Так же. Только две руки работают. Я как бы не держу палку, а двумя руками работаю. Пожалуйста. Thank you.
пятую. Хоть одну пятую, пожалуйста, сделайте чистую. Опора левая нога невыворотная. Нету фляк-фляк, Ренат, ты как локтем с ногой своей делаешь. Когтями делается фляк-фляк, цап-царап. Вообще нету подтянутого корпуса, подтянутого, пусть ножки невысокие, но они выворотные и тело подтянуто. Пожалуйста, роды Жан-Портер. Тоже как у станка. Пожалуйста, все положения. Все нужно сделать. Чтобы была поза. Ее тоже нет. Обратно, пожалуйста. Хорошая, выразительная голова. К правому плечу. К левому плечу. Хорошая арабеск. Хорошая фасе. Держать голову к левому плечу и так ее и держать к левому плечу.
Ну неужели так трудно просто повернуть нос? И вам постоянно приятно самим выслушивать от Татьяны Александровны, что пятки назад, пост нет. Приятно? Ну, пожалуйста. Батман, через первую так трудно сделать, прожать пол, мы только что об этом говорили. Вы возите ногами вот так, все сами увидите, посмотрите. Надеюсь, вам это будет полезно. Пожалуйста, маленькие прыжки, соте. На две части, only to the front, первые, вторые, и отдельно обратно. Андор, андор, андедан, андедан. В полную силу я прыгаю. Пожалуйста. Две, я сказала, две группы. Прожать пол. Убираем ассамбле. Делаем, как делали. Эшапе. Сюда, соте, пируэт. Эшапе. Закрыли. Эшапе. Пируэт. Убираем ассамбле. Thank you.
вытянутые стопы до соприкосновения с полом. Пятая перед пируэтом должна быть тоже чистая. А где голова? Ты ползешь, Махора, и раз, уже пируэт сделан. Всего один пируэт. Также вы 4-4-4-4. И потом комбинация только вперед. А мы так и делаем. Надо двигаться и толкаться, а не на месте. Одна, вторая. И раз, и толкнуться. Наклоняться. Не надо сюда наклоняться. Высокой стороной. Высокой стороной. Выйти на бедра. Такие. Я сказала, руки открываются, закрываются, открываются, закрываются. Если ноги хорошие, это не значит, что руками тоже надо болтать. Руки аккуратные, а ноги прыгают, двигаются. А это пти аллегро маленькие руки. Вот так, ой. Но на глиссад надо двигаться. Движение, оно приходит к ассамбле. Движение приходит к хорошему ассамбле. Да нет, Мария. Уже все поняли, все сделали. Thank you.
еще раз ваша группа. Плие, первое плие. Вчера тут тоже было сказано. Плие. Нет, нету первого плие. Стоп, еще раз. Плие. Пожалуйста, разошлись, ЖТ Антурна. Нельзя приземлиться вот на такую ногу. Можно вылететь и приземлиться вот так. Вылететь и приземлиться вот так. Но особенно это. Первое ЖТ. Еще раз. А потом через это вылететь сюда. Нет, ты делаешь пам-пам-пам-пам-пам, подвернулась пампа. Раз, два, раз, два. Пожалуйста, последняя комбинация заноски. Делаем также на две группы. Только вперед, назад, назад. Заноска и крой. Стоп. Еще раз. Икрами. Нос повернуть. Thank you.
Пор-де-бра с поклоном, пожалуйста. Четвертое пор-де-бра. Стоим. И три, и четыре делаем. Раз. Повернулись. Два. И три. Четыре. Ставим. Раз. Два. Собрались. Три. И выворотно шагнули через талию. И растяжка. Раз. И два. И три. Выворотно. Упали. Раз. Два. Целый рот закрыли. И с другой ноги. Два. Три. Четыре. Поставили. Раз. Собрали. Два. Три. Скользнули. Четыре. И вниз. И два. И три. Выворот на. Раз. Два на три. Целый рот. И закрыли. И поклон. Пожалуйста. Ева, бедро.